Всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас 14 ноября 2017 года. Построили мы теплицу, которая называется «Легенда номер один». Под стеклянное покрытие. Теплица имеет размеры ширину 3 метра, длину 8 метров. Очень большая светлая конструкция, очень прочная. Каркас теплицы сделан из трубы 40 на 40, это у нас арки. Усилитель из трубы 40 на 20. Вся обварка выполнена в круговую. Покраска полимерно-порошковым способом, светло-серый цвет. Напоминаю, у нас теплица «Легенда номер один», покрыта стеклом. Но не все. Два торца и перегородка у нас покрыта монолитным поликарбонатом. Перегородка у нас делит теплицу почти на две равные части. То есть размеры отталкивались от размеров бетонного основания. К нему она прикреплена с помощью анкеров. Также в теплице у нас есть система подвязки. В каждой половинке теплицы 6 ниток, 2 повдоль. С одной стороны, 2 повдоль с другой стороны и 2 нитки поперек. Почему так? Потому что система подвязки соответствует направлению грядок. Грядки у нас получились интересной конструкции. Форму такую попросил клиент. Все сделано четко в его размер. По торцам у нас установлены форточки. Форточки оснащены системой термоприводов. Термопривод ДВ называется. Его нужно только подключить. На зиму его отключили. Сюда на шарик он одевается. Сейчас пока на зиму закрыли на шпингалет. Также у нас есть в каждой половинке форточный блок. Форточный блок оснащен системой термоприводов также. И особенностью данной теплицы является боковая дверь, пластиковая, с поворотно-откидным механизмом. Второго торца точно такая же форточка, а в перегородке у нас две распашные двери. Пойдем снаружи. Снаружи у нас стекло. Стекло 4 мм. Крепится с помощью системы база-крышка. Как на крышу, так и на стены. По низу сделан уголок в качестве отлива. Вот такая получилась здоровенная теплица. Высота в коньке у нее почти 3 метра. Высота стенки 1,80 м. Очень прозрачная. Очень светлая. Выглядит легкой, но на самом деле очень-очень прочная. Ну вот, наверное, на этом и все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока!
Thank you.